я мало думаю в этой жизни. Или наоборот, много. Свалили ли вы когда-либо вину за что-то на своего брата, сестру? Нет, точно скажу, нет. Нет, почему? Нет, брат, наоборот, сестра брал, есть? Брала на себя вину. Брат слэш сестра. Брала на себя вину. А кто у нас сестры, брат слэш сестра? Так, какую вину вы брали сестры? Ну, то, что касается детства, могу вспомнить. Да. У меня сестра Лена, она старше меня. Угу. И она увлекалась химией очень сильно. Химией? Я даже боюсь подумать, о чем мы говорим, какие вещества. Она решила на мне поставить опыт. То есть она еще читала книжки, связанные с инквизицией. И там был такой некий эксперимент, когда обливали человека неким веществом, подобным ацетону. Так. И поджигали. То он быстро очень сгорал, но очень большое впечатление производил на людей, которые должны были уверовать в то, это занятнее, чем модный сейчас айсбакет. Да, так, да. Я и Лена решила поэкспериментировать со мной. То так. Есть, сколько лет было Лене? Мне на тот момент было лет 5. Так, а ей? Значит, а Лена меня старше на 10 лет. Ну, то есть 15 ей было 15 лет. А, самый возраст для экспериментов. Для эксперимента, да. Ну, мы зашли тихо, мирно в ванное помещение. А, то есть она понимала, где это надо делать. При этом у нас был такой сбор гостей, ну, родители там что-то праздновали, не знаю. Так. Мы мирно тихо полились этим ацетоном. Причем, вдвоем? Причем мы начали как бы, да, вдвоем. Так. Начали просто с ног, а так получилось, что попало как-то душеобразное. Так. Вот. Ну и такой горящий шарик выбегает в комнату, где все. Вы гоните? Нет, я не гоню. Не, реально, да. Реально, вы можете спросить. Я вообще не люблю гнать. Я спрошу у Лены. У Лены или там, да. Вот, ну, в общем, все действительно реально быстро закончилось, потому что это было быстро. Но это было шокирующе. А то есть ожогов не остается? Нет, ну просто пахнешь. Отличное вещество. Просто паленой курицей. Надо будет попробовать. Я узнаю, что это за вещество. Я боюсь, что Лена еще какое-то, видимо, перед этим вещество, видимо, или... Ну, навряд ли. Нет, или съела, или понюхала. Нет, Лена очень правильная девушка. Это история такая. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».